команды «Титан», соответственно, победители. Что хотите сказать о чемпионате? Вы победители по праву. Как была игра, как была борьба, как соперники? На самом деле все было на высшем уровне. Очень неожиданно думали, будет хуже. На самом деле все вышло вообще просто на самом высшем уровне. Вот, соперники были хорошие, жесткие, честные, сильные. Вот, очень понравилось. В принципе, вообще очень все круто. Спасибо большое организаторам и участникам за честную игру. К сожалению, я травмировался, не смог полуфинал и финал сыграть. Очень больно мне наступили на ногу. Конечно, жалею, но, блин, я был уверен в парнях, поэтому спокойно оставил свое место другому. И, собственно, не прогадал. Мы победили. Заслуженно. Я считаю, в этом турнире у нас не было конкурентов. Благодарен за организацию данного мероприятия и очень рад, что команда из местного города Томилино очень хорошо себя показала. Я рад. К следующему чемпионату будете усиленно готовиться? Будем, капитан. Будем усиленно готовиться. Мы выиграем. Ну вот, победим. Ждем, когда у соперников будет по 8 игроков, чтобы были замену, и так было бы интереснее. И отдельно спасибо парням из Питера за поддержку. Все понравилось. Всем респект. Вот. Организаторам спасибо за все. Развивать надо игру. Мужчин, чтобы росли мужиками. Вот. Ну, что могу еще сказать? Победила команда. Вот именно, что мы действительно команда. Всем спасибо. Всего доброго. Еще раз хочу сказать всем спасибо организаторам, тоже сделали такой классный турнир. Все очень круто прошло, музыка была, все вообще отпад. Мы готовились, тренировались долго, из-за этого побеждать сильнейшие. Скажите про судью. Да я не буду говорить, что судья 3-2 раз. Как бы, ладно, отсудил на том уровне, на котором должен был отсудить, все нормально. Мы для всех. Чемпионат крутой, Димон просто красавчик, организовал все на высшем уровне. Вот, а вот этим пацанам засними их крупным планом. Они вообще молодцы, потому что то, что показали не сегодня, заслуживает уважения. Мы показали, что такое булава, что такое Краснознаменск. Мы всех... Было очень сложно, но мы с пацанами собрались все-таки в сложные минуточки, бля, порубились от души. Самое главное, почти без травм, все остальное там заживет, блин, будем здравы. Большое спасибо организаторам. Очень крутая организация, нам понравилась. И коллективу.
За этот турнир мы сыгрались, стали настоящей командой. А тоже хотел бы сказать отдельное спасибо организаторам. Это очень круто. Я понимаю, да, сколько это вообще стоит, и это нереально круто. Вот. Да я устал. Что противникам хочешь сказать? Честная борьба была. Честная очень борьба. Достойная борьба. Парни очень молодцы. Последняя ребята, команда. Последняя команда невероятно сильная. Первая команда. Это вот наш дом, молодые парни, очень хорошо играли, дошли до финала бронзового, им отдельный респект. Вот. Всех люблю, маме привет. А в следующем году мы приедем побеждать. Вообще, в этом году немножко не повезло, потому что ну и без замены, и травмы. А в следующем году мы привезем состав и будем бороться за первое место. По-другому никак. Да, рубка была знатная, все команды очень достойные, но мы показали хороший результат, я считаю. Больше людей будет, да. Хотя бы 2-3 замены тренироваться будем постоянно. Приходите к нам, ребята. И отдельное спасибо хотел сказать всем болельщикам, которые пришли, поддержали нас здесь. Это было очень необходимо, так как силы были на исходе. Все! Спасибо.